Добрый день! Вы находитесь на моем канале «Квартиры в Челябинске». Меня зовут Александр Шуляк. Сегодня мы смотрим квартиру в жилом комплексе «Западный луч». Сейчас мы находимся на 14 этаже. Это подъезд. Вход в квартиру. При входе в квартиру попадаем в прихожую. Сейчас она ничем не огорожена. Это является большим плюсом, потому что можно под себя подстроить, либо сделать ее побольше, либо поменьше. Из прихожей попадаем в жилую комнату с двумя окнами, которую можно использовать как основную спальню. Здесь есть санузел, выводы, установлены счетчики, а также у этой комнаты большой балкон на два окна с панорамным остеклением. Примечательно, что вид из окон открывается на деловой центр города, на торговый центр, набережную реки Миасс, колесо обозрения. Отсюда хорошо видно салюты, ну и вообще ночной вид города тоже хорош. Далее из жилой комнаты мы попадаем в кухню-гостиную. Между кухней, гостиной и жилой комнатой вот такая монолитная конструкция, которую, к сожалению, демонтировать нельзя. Здесь, получается, у нас есть два окна. При желании можно сделать кухню-гостиную с одним окном или же с двумя. В зависимости от того, сколько вам нужно жилых комнат. Далее мы проходим в жилые комнаты. Они симметричны друг другу. Слева будет чуть поменьше за счет того, что санузел. Справа будет чуть побольше. Ну а также можно сделать третью дополнительную комнату. Вид из этих комнат тоже достаточно хороший. Из этой комнаты на западную сторону, в сторону парка Гагарина. Это северо-западная сторона во двор. Ну и с этой спальни тоже видно восточную сторону на город. А далее здесь имеется еще один санузел, который тоже можно сделать как совместный, так и раздельный. Есть выводы и установлены счетчики. Далее проходим в кухню. Кухня планируется в этой нише. Она предусмотрена по проекту, но при желании можно сделать как вам удобно. Потому что вот это все пространство является кухней-гостиной. Где расположена должна быть кухня, в принципе, в проекте не указано. Вот. Данная квартира расположена на 14 этаже. Всего здесь 25 этажей. Такая некая золотая середина. Окна выходят на светлые стороны. Можно сделать как трех, так и четырехкомнатную квартиру. Стоимость за квадратный метр 45 тысяч рублей. Это очень выгодная стоимость. Можно на примере нового строящегося дома, в котором стоимость 54 тысячи рублей за квадратный метр. Если вам понравилась эта квартира, пишите, звоните, буду рад вам ее показать. Всем спасибо, всего доброго, до свидания.